Добрый день! Меня зовут Панфила Таисия. Я хочу рассказать стихотворение Дарумовой Зинаиды Алексеевны, которую недавно исполнилось 90 лет. Несмотря на ее возраст, она часто гость наших школах района. Принимают активное участие в уроках мужества, в школьных музеях, где рассказывают о войне. Тема войны нашла отражение в ее стихах. Я помню это, я помню это. Голод и разруху, войну жестокую, ничем не оправдать. Как молодая мать, похожая на старуху, не успевала слезы вытирать, как шли солдаты защищать столицу, уставшие голодные порой и в потемневшие обветренные лица. Ведь кто-то шел туда в последний бой. И две двоюродные сестры мои и тетя копали рвы и ставили ежи. Песком на крышу гасили зажигалки и охраняли столицу рубежи. Детские, покрывшие печалью лица, я эту память в сердце берегу. Наша любимая красавица столица не покорился тогда врагу. Морозы сильные, лишь русским помогали, а немцы Кутались и мерзли на снегу. Советские солдаты были крепче стали и не позволили фашисту захватить Москву. Ценой непомерной спасали столицу. Людей миллионы лежат под Москвой, которым мы будем. Мы гордиться, они а сохранили нам жизнь и покой. Это проклятая война, пусть больше никогда не снится, смеется чаще. Где вора в глазах у мам любовь скрится.